Все помнят фильм «Пророчество о пробуждении в России», что будет пробуждение, восстанет святая молодежь, новые горячие святые, пробуждение словно пожар пройдет по всей России и будет огромное количество мощнейших чудес и знамений, спасения миллионов, и потом это пробуждение перекинется на другие страны. Это пробуждение многие видели как пожар, пророчеств об этом много, не только те, которые были в фильме. Десятки божьих мужей и жен, помазанников, генералов пробуждений говорили об одном и том же, о том, что грядет великая жатва, глобальное пробуждение, последнее пробуждение, которое, пройдя через великую скорбь, войдет в тысячелетнее царство, приготовив приход Иисуса Христа. Но проходило время, и многие отчаялись ждать, что настанет это пробуждение.